Могильников в Заволжске не будет. Об этом во время рабочей поездки сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Напомним, отработанные химикаты с местного завода планировали сливать в шламонакопитель, который находится в близлежащей деревне. Изначально власти района поддержали идею, однако жители возмутились. Токсичные вещества очень опасны, несут вред здоровью. К тому же, попадая в грунт, химикаты могут отравить Волгу. Посмотрите, какая прекрасная Волга. Это прекрасный Заволжский район. Мы должны беречь, сохранять и приумножать это богатство. Не только для жителей области, но и для будущих поколений. Поэтому никаких свалок радиоактивных отходов, о которых я читал, и жители беспокоят, здесь, конечно, не будет.